Хорошо, что мы не занимались с тобой любовью. Я уже и забыл, каково это — любить кого-то. Совсем забыл. Я был рожден, чтобы чувствовать. Мне было суждено стать писателем. Стать Джеппом Гамбарделло. С днем рождения, Джепп! Да здравствует Рим! Это моя жизнь, но все это ничто. 40 лет тому назад я написал один единственный роман. Да его даже в книжных магазинах не продают. Какого черта ты несешь? Твой роман «Человеческое тело» — просто шедевр. Я люблю фотографировать саму себя. Хочешь посмотреть? Конечно. Почти сразу после своего 65-го дня рождения я совершил одно важное открытие. Я понял, что не могу больше делать то, что мне не хочется. Ты изменился. Стал таким задумчивым. Как тебе минестроне, Джеппино? Как ты меня назвала, Джеппино? Так меня уже лет 100 никто не называл. Я чувствую себя старым. Ну так ты и не молод. И я тут подумал, буду снова писать. Это же потрясающая новость, Джеп!